Итогом сегодняшнего рейда можно сказать, что система транспортная карта в Саратовской области работает. На сегодняшний день уже совершено более 1 700 000 поездок. Мы сегодня прошли по разным маршрутам, по разным транспортным средствам, были и в троллейбусах, и в автобусах, разговаривали с гражданами, разговаривали с водителями. Да, понятно, что сейчас еще система внедряется, что не все одинаково и однозначно понимают ее. Однако положительных отзывов уже намного больше, чем отрицательных, чем неприятия. Да, мы будем работать над совершенствованием нашей системы обслуживания и граждан, и внедрения транспортной карты. Обязательно будем технические новшества внедрять, чтобы карта работала еще быстрее, чем сейчас работает. Сейчас она работает уже 3-4, мы проверяли максимум 5 секунд. Но это потому, что выходит чек, на котором полная информация о поездке и о количестве поездок. И этот чек выходит у нас в соответствии с нашим законодательством. Поэтому еще хотим сказать, что сейчас можно будет активировать, то есть пополнить транспортные карты 15 числа с месяца, который текущего месяца на следующий месяц, и до 14 числа уже в месяце, когда вы будете пользоваться. То есть мы постарались сделать максимально удобным пополнение карты. Пользуйтесь картами. Всем доброго пути. Да. Ну сейчас мы над этим работаем, и будет быстрее. Потому что чек, который выходит из терминала, он побольше для того, чтобы вы имели возможность прочитать количество поездок и знать, сколько поездок у вас осталось. Знаете, когда стоит 10 человек перед тобой, чтобы вот это чекнуть. А почему нельзя сделать так, чтобы мы не хотели, не покупали бы, не стояли в очереди и не активировали бы эту карту? Можно так сделать? Так, пожалуйста, можно онлайн активировать эту карту. А ты вообще ничего не делаешь. Как это? Очень просто. А как же не здесь карта москвича и все? А, ну, мы к этому идем вместе с вами. И ну, надеемся, что вы нам поможете. Не будет, моя будет, хорошая. Будет. Есть еще какие-то вопросы? Ветеранов уже не будет. Уже их нет, ветеранов. Нет, больше нет? Вопросы по транспортной карте. Не забудьте, пожалуйста, пополнять вовремя. Сейчас пополнять можно будет с 15 числа месяца на следующий месяц. И в течение месяца мы продлили сроки, расширили специально для вас. Спасибо. Доброго.